студии. И вот сегодня 14-й день Нового года, это же 2 недели. Мы в городе не можем увидеть чистое небо. Небо затянуло просто густой дымкой, но на сегодняшний день ситуация немного улучшилась, потому что все-таки потеплело и вроде бы дует небольшой ветерочек. Вот, и как нам известно, сегодня вечером уже отменят режим черного неба, или, как принято говорить, неблагоприятных метеоусловий. И мы решили у красноярцев спросить, как им дышится вот в такое нелегкое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ну, я Игорь, меня зовут Игорь, а вот моя жена. Наталья. Наталья. Очень приятно. Расскажите, как вам дышится? Вообще прекрасно. Новый год, вот решили утром рано выехать, посмотреть тут, как тут вообще у нас в центре все проходит. Желаем, как говорится, всем здоровья побольше, духу, счастья и любви, чтобы в жизни, как говорится, было все хорошо. Как говорится, особенно побольше здоровья и духу. Ну вот, как вам кажется, вот такая экологическая ситуация на здоровье, как влияет? Для здоровья очень хорошо. Не, рано утром нормально. Рано утром прогулки. А когда плохо? Когда плохо дышится? Сами знаете, когда. Знаете, когда днем слишком много машин, слишком много. То есть вы считаете, что по большей части загрязняет атмосферу машины? Загазованность. Сейчас мы стоим, вот в данный момент стоим. Даже рано утром еще как бы мало машин, сами понимаете, видите. Но уже чувствуется, уже смог. Пахнет, да. То есть пахнет, да? Естественно. Да, чуть подальше уйдешь, вот к речке, там, да, нормально. А здесь загазованность серьезная, поэтому, ну, как бы... Нет, надо, конечно, я вам честно скажу, самый хороший вариант – выйти где-нибудь возле речки, побегать, спортом позаниматься. Даже в такой мороз? Это самое лучшее, если честно, вот ты – нет. А в такой мороз человек, я вам скажу, он именно даже крещенский взять морозы, человек наоборот как бы начинает жить лучше, бодрит его это, понимаете? Человек полон сил себя чувствует. Мороз укрепляет человека. Хорошо, ладно, спасибо вам большое. И вас тоже с праздником вчерашним. Ага, всего доброго, удачного вам дня. Ну, а я напомню, что сегодня отменяется режим черного неба, но все равно погода к выходным, скорее всего, ухудшится, то есть снова будут 30-градусные морозы, поэтому одевайтесь теплее, шарфик, и удачного всем дня. Студия!